Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Можешь еще что-то чем-то придумать. За сегодня, ребят, еще не было ни одной водокабры. Стрим не позора. Здоровья, спасибо, спасибо, ребят. Ну, ладно, попробуем. Блин, назови, что там стрим какой-то на волске идет. Кто хочет меня поддержать, можете поддержать меня за регу сейчас по моей рефералке. Заранее спасибо, ребят. Да и печень тем, кто зарегался по рефералке, ребят. Вот так вот. Вот кто там, кто не зарегался, печень не подставляете. Держите. It's only me. What you got to lose? Wake up your mind. Tell me what are you gonna do? It's only me. Let it go. Поэтому почему пишите про 5-2? Это настолько... Ребят, пытайтесь думать чуть-чуть вперед, на шаг вперед, хотя бы на один шаг, окей, типа, на 3, там, 4 шага думать сложно, но хотя бы на один шаг, ребят, вперед думайте. Ну какие 5-2? Ну, речь совсем про другое идет. Что мы берем? Кольцо раковины или спел? Типа, понятное дело, что это всегда происходит. Не кричи на чат. Ребят, мы с вами вместе становимся лучше, сильнее. Я могу, но только на 100 шагов назад. Молодец. Хорошо. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все, проснулась, потянулась. Каждая первая карта бесплатная. Ну, первое существо, точнее. К этому существу я уже привязался. Ну-ка, очень подобное сделаем. Надеемся, ребят, что мы классно с вами, мы выиграем. Устроишь потом рейд на тверского пацана с хацапетовки. АК серебряное имя. Хочу поспать, сходить под твой стрим. Как раз проснусь под его топ-8. Насчет рейда потом сам решу. Чё, кого куда? Оу, подожди-ка. Надо еще такого, да? Сейчас я как это сделать? Блин, хватит для шанса? Или еще продать? А, подожди, не работает же, да. Фак. Что-то я тупанул. Ладно, пофиг. О, найс, найс, найс. Ну хэт, на самом деле там был шанс на это, но да, это так не работает. Ну могло сработать, если бы... Ну нет, вероту упала, ладно. Я мог продать, короче, поставить активацию, потом снова сделать...
То есть две карты держать, только продал, сделал активацию левел, типа снова шок активировал, продал, активировал, продал, пошел снова левел. То сейчас я мог бы шестой таверне с двумя картами на столе, вот это мог сделать. Челыш ливнул. Чат, че за песни? Че за песни, ребят? А, он же его считает, как будто есть типа пара. Пошел ты. Это не круто. Будем продавать, чтобы штуку ставить. Ну, например... Верь, ты же не ставишь трек? В смысле, спрашиваешь за песню? Фига все выходит, подождите. Фига не понял. Что самое брокен здесь?
Окей, это может быть. Окей. Кто тут говно затай? Кто говно? Короче, попробуем, наверное, мехов собрать жестко. Я просто не знаю, что это самое сломанное будет. Ты помнишь, что угодно, прикольно. Ребят, сложно, очень сложно. Что круче по итогу? Я питбоксеров решил пойти. Ну, сильнее, может быть сильнее, может быть сильнее. У меня же блюз раскачан, 26. Значит, не считать. Это существо как раз пора А, блин. На, пофиг. Я могу бренда продавать, лишь что продать, или дракона могу продать. Это пока не так важно. Свечатры, да вроде не нужны свечатры. Я пошел играть в меха по итогу, но и хотя сейчас это самое прикольное. Ну слабо, мы вообще ничего не сделали. Это первый ход, когда мы просто что-то начали делать. Что-то поставили. Вообще присоска присоска. Там будет присоска на столе. И я треплять не соберу. Присоска, когда присасываешь в другое место, оставляешь одну в руке, то дальше можно ее копировать. Ну, сложный край. Нет, кстати, тут много всего можно было сделать. И то, что я делаю, это, ну, типа... Не факт, что лучше. Дынички проигрываем, а, нормально. Что, что угодно, ребята, можно делать. Что угодно, ребят, что угодно.
Все, что предлагают, все рабочее, все здорово, все классно. Я могу, да, его продать? Блин, надо было вообще его, наверное, в арке оставить. А, не, не, все правильно, все правильно. Я просто так же делаю. То есть один такой, один такой. Один вот так вот. Ё-моё! Я вылетел? Я не вылетел, да? Не трогайте меня, пожалуйста! Ракушки были сильнее, да, ракушки были сильнее, если чё. Can you feel it? Привет, гудит Демид. Здорово, здорово. Первый раз доначу тебе бумажки, поэтому не знаю, сюда бумажки, как правильно поставить песню. Я собака, ты собака, я собака, ты собака. Вот. Сейчас, ребята, только анимация, 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 анимация. Да блин, ну пожалуйста. Не завязал, минус эта штука. Почему минус? А, ну да, я же могу фрешного получить, окей.
Да будет разные права, 5 нет, это все равно. Не важно, что убирать, это просто выдержать присаску. Человек, который пишет про один и присоску, серьезно? Не в этом дело. Насрать, что вы берете. А, плевать уж на вас, да? Я, кстати, даже хочу, чего будет больше статов-то по итогу. Не хватает там. Пофиг, смотрим. Боксера было больше, ну да, скорее всего. Then you left in the dust, while it's a stuck by ya. Сивасон, там еще битбоксеры сидят, там намного больше сетов. Give me a reason to... Блин, будет не круто, если я в итоге вот в него одного проиграю. Че, на Валерайда подать?
Я люблю посмотреть, сколько там. Победа, ну это должно хватать намного больше ж. Блин, нам было хватно потратить, для, чтобы попробовать поискать себе золотого попугая, там золочение, что-нибудь, ревендера и так далее. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.